Совещание онлайн губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел удаленную встречу с мэрами города. Обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщил, что появление новых зараженных коронавирусов. Порядка 8 медицинских учреждений в Челябинске, которые мы будем разворачивать, это плюсом к тем инфекционным отделениям, которые у нас уже есть. Дополнительно подготовят больницы в Магнитогорске, Миассе, Савке, Златоусте, Кыштыме, Косли, Увелке. Это почти 2300 новых койко-мест. Кроме того, делать тест на коронавирус теперь будут всем пациентам с признаками ОРВИ. Сейчас Минздрав готовит инструкцию и порядок, каким образом это будет происходить, так, чтобы не было скопления людей в поликлиниках, в больницах. Все инструкции будут доведены. Кроме того, главам муниципалитетов и главным врачам поликлиник дано поручение принимать пожилых людей на дому, чтобы в период карантина они не ходили по медучреждениям и не подвергались риску заражения.